Пап, за мной зайдет молодой человек, и мы пойдем в кино. Нет, пусть сначала зайдет ко мне, пообщаемся. Приходит молодой человек, отец. Ну, рассказывайте, чем вы будете зарабатывать на мою дочку? Я? Будущий юрист. Хорошо. А вы живете экономно? О, да, я знаю, как экономно тратить деньги. Ладно, вы не идете с моей дочкой в кино. Вот вам апельсин, идите домой и завтра расскажете, что вы с ним сделали. Молодой человек пошел домой. Ну, апельсин как апельсин. Взял его и съел. На следующий день приходит отец. Так, молодой человек, что вы сделали с апельсином? Как что? Съел. Нет, смотрите, берете апельсин, разрезаете его на две части. Из одной вы выжимаете сок на утро, другую режете на салат. Оставшуюся половинку кожуры можно использовать для пепельницы, а вторую мелко порезать, чтобы убить запах табака. Понятно? Вот вам сарделька, докажите, на что вы способны, и можете прогулять мою дочь. На следующий день приходит молодой человек. Смотрите, сначала я аккуратно вынул сардельку. Из части сделал мясные шарики для закуски. Остальное перемолол в котлеты. Из двух металлических зажимов и веревки сделал украшение на шею для вашей дочери. Вместо бриллиантового ожерелья, которое собирался ей подарить. А из оболочки сардельки сделал презерватив, с которым и поимел вашу дочку. Вот он, кстати. В нем сливки для вашего утреннего кофе.